Туа, Симба. Луняшке принесла уже сюда сметанку, иначе Симба все съедает. Все угощения. Кушай, кушай, моя луночка. Старшие у нее не забирают. Если ребенок ест что-нибудь с аппетитом и не оставляет, то они это ждут. Доела, ну ладно, и уходит, расходится. Ей надо все. Вот ей надо все. Ты съела уже тарелку. Симба, тебе это попа не треснет у тебя, нет? Ох, это Симба. Нет, скажи, все угощения только для меня, да? Только для меня все угощения. Иди, Денюшка, потесни эту нахалку. Луняшке хоть что-то перепало. Давай, Нюшенька, иди, на, пробуй сметанку. Нет, не пускает, скажи, она меня. Перегородила все ходы-выходы. Девчонки. А вот сразу им три тарелки дашь, они не станут. Лакнут по разу и пойдут. И будет добро на выброс. Симба вот не хочет, ведь нет, не голодный, но вот надо ей, вот надо. Симба, хватит тарелку лизать. Ты не голодная уже. Я такая, Нюшенька, на, Нюша, Нюша, Нюшка, на. Ой, 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 на, сметанку тебе вот сюда поставлю. Кушай, но Нюшка не любит обычно. Так, из одолжения. Что, Симба? Что? Тебе все надо, тебе все. Нет, ты посмотри на нее. А? Нет, от жадности. От жадности. Не хочет она ее есть уже. Ну, во-первых, скажи, она вкусная, во-вторых, дают. Ой. Нюшка, что нам делать с ней? Молока попила опять. Колбаски даже я ей дала. Старшие не едят такое. Это вот маленькая все любит мою еду человеческую. Сметаны поела. И вторую порцию сметаны, скажи, тоже мне, да, надо? Смешная такая. Чумазлайка моя. Симбулька, будем окошечки мыть сегодня? Вроде наконец потеплело. Ну, все, конкурентка отошла, скажи, можно и не лакать, да, сметанку? Ой.